субботу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Днем плюс 1, минус 2 градуса. Ночью 1-3 ниже 0. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем плюс 1 градус. В темное время суток минус 1. Западный ветер. Скорость 3 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи, в дневное время 0 градусов, ночью минус 1, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем минус 1, ночью 2 градуса ниже 0, юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.